замерзлая, нормально. Истинная подмерзшая вот эта. Сверху она такая нормальная. Здесь. Ну, в общем, как вы поняли, мы решили все-таки посеять семена ялтинского лука сегодня. А теперь Данилка прихлопывает землю, чтобы как можно равномерней легли семена по всей поверхности. Земля, конечно, замерзшая, но замерзшая была она чуть-чуть влажной, поэтому она хорошо разрыхляется. Мы немного лопатой помогаем, постепенно снимая корж мертвую. Ну и набираем для посева. И Данилка высыпал чернушку с мешочка, которые заранее были уже замочены в марганце. Марганец был слабый раствор, такой чуть розового цвета, чисто для обеззараживания. Вот. И будет мешать. Ну вот так. Смотрите, еще очень хорошо зола помогает в том, что темная земля в парнике и вот эта вот земля темная. Контраста бы не видно было, где и как мы посеяли. А с добавлением золы это очень-очень даже получается удобно. Вообще совершенно чернушки не видно. Но они есть. Но они есть, да. Похолодало у нас. Такое солнышко было и все. Тучки затянули. Так, ну что, теперь сверху присыпаем землей. Работает Данилка. Вот, потому что уже другого времени не будет. Во-первых, будут уже будние дни, когда Данилу надо будет на работу. Сегодня воскресенье, последний день. Короче говоря, последний день выходной. Надо бегом это все сделать, хоть уже снежок опять начинает лететь. И обещают ухудшение погодных условий. Опять. Вот теперь Данилка поливает парничок. Вот, и будем сейчас это все пленкой закрывать, закреплять, чтобы ветром не снесло. И все, и пусть он стоит, семена набухают. И в мае месяце мы это дело ожидаем для высадки, ну, рассады в грунт. Вот, получается, у нас первый слой был семена с золой и с перегноем. Ну, и в перемешку с землей лесной. Всего ушло на первый слой ведро, на этот весь парник. Парник 6-6,5 квадратов. На этот парник уходит один стакан семян, 200-граммовый. Теперь сверху наш слой был, и состоял он из 4 ведер, вот таких вот. В них где-то 15-17 литров. Вот и смотрите, рассчитывайте. Если где-то что-то будет проявляться, какие-то корешочки, то мы будем еще сверху подсыпать после того, как они взойдут. И вообще сегодня самое кайфовое одно. То, что есть по тропкам снег. И мы не ходим по грязи, не чвякаем. В общем, это очень удобно. Но, правда, ветер срывается. Снежок пролетает и очень-очень холодно. Данилка вот жил в Саратове и не знал, что тебя вот это вот ждет. Даже не представлял. Я не знал, даже не представлял, что ты меня ждешь. Да, то, что я тебя жду, а то, что лук тебя ждет, ты вообще, мне кажется, никогда не догадывался. Ты идешь-то где? В общем, друзья, все, мы это сделали, наконец-то, а так не хотелось. Скажи, Данилка. Мне сейчас не хочется, пошли. Куда? Пить чай и греться. Все, до новых встреч, друзья. Пока-пока. Все, увидимся. И вот такой вот вид с птичками на горы. В горах снег лежит и достаточно много.
красиво. Давай обмоем это дело, первый парничок наш, да? Чтобы рост хорошо, чтобы урожай хороший дал.